Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новым буксом. Плюс здесь у нас новое расширение, как бы. Трафик.лу. Оно новое. Значит, и что по поводу регистрации. Пройдя по ссылочке под видео, попадете на страничку, введете свой биткоин-адрес не с FaucetHub, а с прямого кошелька. Вводите свой биткоин-адрес, нажимаете как бы сохранить. На следующей страничке вам нужно ввести действенный свой email-адрес. После чего на почту вам придет письмо с кодом. Вам нужно скопировать код и ввести этот код. И попадаем как бы на такую страничку. Так, сейчас. Такую страничку, где нам говорят, чтобы мы установили расширение. Нажимаем сюда. Нас перебрасывает на интернет-магазин Chrome. И у меня уже установлено. Вы же устанавливаете себе расширение. Значит, расширение выглядит вот таким вот синеньким значком. У меня на балансе уже 65 биткоин-сатошков. Я немножечко просмотрела рекламку. Значит, как просматривается у нас рекламка? Нажимаем, ну, вот, на любую как бы вот из этих. Значит, нас перебрасывает на страничку. Как бы, да? И что? Опять вот здесь идет отсчет времени. И нам надо ввести капчу. Ввожу капчу, нажимаю claim. Все, у меня расширение как бы... Ой, расширение, рекламку я просмотрела. Мне начислили 6 сатошиков биткоина. Того стало у меня 71 сатоша. Здесь идут как бы... Сначала идут по многу, ну и на уменьшение как бы. Далее вот нажимаем сюда, advertising, нов. Мы попадаем в личный, как бы, ну, кабинет такой. И нам тут сразу предлагают разместить свою рекламку. Нажимаем на крестик, нам это не надо. И как бы наша здесь статистика. Сразу находится наша партнерская ссылочка. Нажимаете копи. И можно делиться с друзьями. Ну и наш баланс. Далее. Ну, здесь вот уведомления, что у Виндраф можно выводить один раз в 24 часа. Минимум на вывод составляет 6000 биткоин-сатошиков. Далее нажимаем вот на треугольничек. Далее вот где колесико. И здесь наша как бы идет статистика. Значит, вот баланс, шкала загружается. Также наша партнерская ссылочка. Переведем на русский. Значит, далее вот это обзор, далее идут уведомления, как бы уровни есть. Значит, 60 секунд 29 биткоин сатошков, 50 секунд 25. Ну, тут вот на уменьшение, как бы 10 секунд 6 сатошков. Сама малая. Так что неплохо. Это на первом уровне. Здесь есть уровни. Второй уровень. Здесь уже больше нам платят за просмотр. Третий уровень еще больше за просмотр. Это вот мы смотрим, а это вот наши будут партнерские начисления. Здесь статистика, как бы, вот что я вот мы просмотрели по числам, да, так как сегодня зашла, это первое число сегодня. Значит, история, что я, какие ссылочки я просмотрела. Вот мне 21 заплатили, 16, 2 раза по 11 сатошков и 2 раза по 6. Значит, здесь вкладочка снимает, как будет на 6000. Мы заказываем вывод. Значит, ну и направление тоже здесь, опять же, наша партнерская ссылочка и 2 баннера. Ну и рекламу, здесь будет отображаться наша реклама. Вот такое вот расширение. Можно неплохо пособирать как бы биткоин-сатошки, а здесь как бы поделиться. Вот. Facebook, Twitter, это контакт, наверное. Значок контакта стоит. Вот. Кому интересно, пользуемся. Вывод, естественно, будем проверять. Но я думаю, что он будет платить, потому что есть аналогичный, забыла я название,
такое расширение тоже по сбору сатошиков. Он уже очень давно работает, года 3 это точно. Но это тоже как бы похож. Всем удачи, больших заработков. Продолжение будет следовать. До новых встреч.